О, да! Сейчас я стану монстром из The Backrooms. Что это? Это Шрек? Привет, меня зовут Бузи. Сегодня мы вместе с вами поиграем в очень необычный Backrooms в Роблоксе. Итак, ребята, я появился на какой-то базе. Смотрите, здесь есть персональный носить хазмат. Что такое хазмат? Судя по всему, это этот специальный комбинезон. Давайте мы с вами его наденем. О, да! Смотрите-ка, у нас здесь как раз-таки окно в закулисье. Интересно, я могу через это окно пройти? Нет? Окей, ладно. Чем мы с вами должны здесь заниматься? Мы можем с вами использовать материалы для крафта вот таких вот пушек. Это очень круто. Также я могу купить себе винтовку за 199 робуксов. Что? Вот так сразу? Донатить в игру? Окей, ладно, давайте мы с вами ее себе купим. Бананаган, нифига себе. Нет, спасибо, бананом я отстреливаться точно не буду. Окей, ребята, мы с вами отправляемся в самую опасную зону, которая здесь есть. Если я сейчас сюда зайду, то я точно не смогу попасть обратно. Путь в никуда. Окей, ребята, мы с вами попали в закулисье. И прямо сейчас мы с вами здесь должны провести исследование и понять, что же здесь происходит. Но все мы с вами прекрасно знаем, что закулисье — это у нас портал в неизведанное. Тут у нас обитает огромный черный монстр, который похож на нашу тень. Нас окружают ящики. Что это был за звук? Я немного обосрался. Я нашел какой-то камень. Судя по всему, он нам пригодится для различных крафтов. О, я нашел кусочек пиццы. Кажется, монстр решил засейвить для себя небольшой кусочек пиццы. Видимо, он очень любит пиццу. Ладно, а что будет, если я съем эту пиццу? Ну-ка, я же не отравлюсь. Нет, я не отравился. Я не совсем понимаю, где здесь монстры. Это что еще такое? What? Гигантская железяка посреди комнаты в закулисье. И тут есть рычаг, чтобы я мог активировать эту штуку. Но я не могу ее включить. Так, ладно, что тут у нас? Просто какое-то непонятное помещение, где мы можем, видимо, укрыться от монстров, которые здесь обитают. И, ребятки, я пока что не понимаю, что мы с вами должны найти. А, ну, судя по всему, мы с вами должны найти горку, которая спустит нас в обычный мир. Так, я нашел печатную плату. Замечательно. Замечательно. Это очень хорошо, что мы с вами хоть что-то смогли здесь найти в этих необитаемых... Что это? Это Шрек? Так, ребята, я не понял. За кулисами живет Шрек. И елки-палки. Так, нам пора сваливать. Ой-ой-ой, он, кажется, решил меня обойти. Так, откуда он вообще пришел? Я не понял. Он, кажется, пришел вот отсюда. О! Да как ты меня нашел? О! Я, кажется, его вырубил. Смотрите, его трясет. Он исчез. Ух ты, ё-моё. Он, вероятнее всего, охранял именно этот шкаф. И что тут у нас? Плутоний. Чтобы вы понимали, там был Шрек и тот самый темный монстр, и какая-то улыбка. Ребята, мне нужно купить огнетушитель. Это не огнетушитель, это вообще-то огнемет. Ох уж эти трудности корявого перевода. Хорошо, я туда зайду без своего костюма, и осталось вспомнить, куда я только бежал. Я не могу вспомнить... Стоп, я, кажется, этого не видел. А-а-а, вот как работает эта ловушка. То есть нам нужно сюда заманить монстра, а затем закрыть ее. Окей, это очень интересно. Но я, правда, не понимаю цели нашей миссии. Ладно, пора перестать задавать глупые вопросы. Давайте мы просто с вами найдем еще один кусочек пиццы. Так, здесь я был. Это я помню. Этот шкафчик я тоже помню. А побежал я, кажись, вот сюда налево. Я пробежал здесь один круг. И выбежал вот сюда, где как раз-таки ловушка заново зарегенерировалась. Давайте-ка мы их приманим. Ой, она убегает, у нее мало жизней. Я готов затестировать свой огнемет. Кажется, я их загнал тогда в коридорчик. Вот сюда. Не подходи! Я сказал, не подходи! Не подходи! Почему огнемет не работает на него? О, нет, о, нет, о, нет, я в тупике! Не подходи! Фу, я подорвал первого монстра. Так, это очень хорошо, значит, это работает. Так, ага, вот следующий. Давайте, идите на меня, мне не нужны никакие большие ловушки. Я вас просто сожгу здесь. Так, стреляем, стреляем. Опа! Еще одного монстра подорвали. Мы с вами почти завершили нашу зачистку. А этот монстр очень умный. Он прячется за угол. Он ждет, когда мы к нему подойдем. Давай, 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 давай. Так, я его пожег. Все, откажу. Ух ты, как это было громко. И у нас остался, кажись, только один Шрек. Это, кажется, место их спавна. То место, где они появляются. Потому что все они идут как раз-таки отсюда.
Так, что у нас здесь? Просто какая-то комната со шкафчиком. Возможно, тут у нас есть какие-то полезные ресурсы. Опять плутоний. Радиоактивный плутоний. Кстати, а что если весь The Backrooms появился благодаря плутонию? Благодаря радиационному материалу? Есть же такая идея. В этой части, кажись, никто еще не был. Так, давай, дружище, нам бы держаться с тобой вместе. Ладно, он, видимо, не хочет этого делать. Нас тут зажали в ловушке! Нам срочно нужно их поджечь! Нет! Не трожь меня! У меня сердце в пятки ушло! Да! Эти монстры появляются именно здесь, вы это заметили? Улыбка заспавнилась именно тут. Если они здесь появляются, это очень хороший знак. Значит, что мы с вами близки к выходу. А выход может находиться как раз-таки в этой части. Ух ты, меня что-то задамажило. Я слышал этот звук прямо рядом с собой. Нифига себе, райский островочек, блин. Так, ладно, давайте мы с вами подберем лопатку. Я заработал себе ачивку. И если здесь появился песочек, это значит, что он откуда-то появился. Это же логично. Я вышел опять каким-то непонятным коридором. Надеюсь, я здесь не был. Надеюсь, я сейчас не делаю один гигантский круг. Ой, энергия была отключена в фасилити. Кто-то отключил свет. Что-то мне это совсем не нравится. У меня осталось всего лишь 50 жизней. Если на меня сейчас нападет какой-то монстр внезапно, я просто не смогу от него отбиться. Я больше не хочу играть в эту игру. И, ребята, сегодня я достаточно обосрался. У меня аж в глазах потемнело. И я сейчас не шучу, ребята. Я так давно не кричал. Ух ты, ё-моё, что подумают обо мне мои соседи? Офигеть, я как будто бы прокатился на американской горке. Нет, все, с меня хватит, ребята. С меня хватит всяких этих The Backrooms. Я нашел выход. Да ладно. Нет, здесь пароль. Может быть, это дата какая-то? Нет, здесь 5 цифр. Блин, как так-то? А где мне найти пароль? Не говорите мне, что он в самом начале. Ух ты, опять этот засранец, от которого я обосрался. Блин, они вдвоем здесь. Давай, стреляй. У меня есть автомат. Давай, мы их вырубим. Так, первого вырубил. Перезарядка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я с тобой расправлюсь. У меня есть огнемет. Ты сейчас обосрешься. Смотри, что он умеет. Он так отстойно стреляет. Давай, давай, огнемет! О, я его поджег. Так, нужно искать следующие шкафчики. Ты чё? Выпусти! Эй, засранец! Ты что надел? Я тебя сейчас пострелю. А как мне выбраться из этой ловушки? Мне почти удалось это сделать. Так, почему я здесь не могу выбраться? Может быть, как-то через потолок? Нет? Эй, чувак! Ты меня поймал в ловушку! За что? Я ведь тебя спас! О, спасибо! Я не знаю, где нам искать пароль. Я нашел компас. На что будет показывать этот компас? В какую сторону нам, типа, идти? Так, H, судя по всему, это выход у нас. Да, нужно запомнить, что между C3 и H у нас находится выход. Дальше нам нужно с вами сориентироваться по пространству. Возможно, где-то H и E будет как раз-таки пароль храниться. Ух ты, я нашел еще один коридор. Нифига себе. Так, вот это очень интересно, потому что мне кажется, тут никто, кроме меня, не был. Записки никакие использовать я не могу. И... Ай, ладно, пофиг. Хочу сыграть в другие игры по The Backrooms. Все равно я бы не нашел пароль. No clip here. Что это значит? Типа я могу здесь летать? Проходить сквозь стены? Нет, меня затроллили. Backrooms Entity 603. Ребята, вы уверены, что это Backrooms? Потому что этого монстра я точно там не припомню. Это какой-то механический монстр. Я похож на какого-то супергероя из Marvel. Прежде чем зайти сюда, я хочу пожелать себе удачи. Так, это мое личное здоровье. Осталось времени 2 минуты. А, я понял. Когда этот таймер дойдет до конца, нас телепортирует. Это же абсолютно новая карта в The Backrooms. Я могу сам стать SCP! 3% шанс сущности. Стань следующей сущностью. Сейчас я стану монстром из The Backrooms. Они даже не подозревают, что прямо сейчас среди них находится предатель. Кстати, костюмы реально похожи на обобусов из The Among Us. Так, все, войдите в зону обеззараживания. Окей, следующий раунд куплен мной. 100% я буду новым монстром. Идет обеззараживание. Эй, ты! Иди сюда! Я тебя тоже поймаю. Фух, ладно, подождем. Ничего страшного. Наша задача остановить миссию вот этих вот чувачков. Но они не знают, что я монстр. О, да! Вы просто посмотрите на меня. О май гад. Вон они все. Они там внизу. Так, ну, наверное, мне нужно к ним спуститься аккуратненько. Ух ты! Блин, я выгляжу как чупакабра! Так,
Опа, первого я сожрал. Эй-эй-эй-эй, почему я его не убил? Блин, как мне к нему спрыгнуть так, чтобы я его смог поймать? А ну иди сюда! Да! Так, раз задамажил, два задамажил! Все! Я его почти уничтожил! Блин, ну это не совсем похоже на The Backrooms, ребята. Это похоже скорее на какой-то город. У меня есть телепорт! Ух ты! Так, телепорт у меня перезаряжается. Он поднимается на второй этаж! Да, я его убил! Давайте для начала мы с вами поймаем АФКшных игроков. Так, еще минус один уничтожен. Там у нас следующий подсвечено. Хоп, телепорт. Да блин, я телепортируюсь к своему дому. Что такое сверхновое? Это типа я могу какую-то ловушку здесь поставить? Так. Ой-ой-ой, у меня осталось всего лишь 300 жизней. Сейчас мы с тобой немного восстановимся. У меня есть еще 1,5 минуты, это очень хорошо. Так, забираемся по лесенке. Сверхновое это, по идее, какая-то звезда. Я правильно понимаю? Опа. Так, все, я его уничтожил. Это была какая-то взрывчатка, которую я заспавнил. Я не знал, что монстр из The Backrooms такое умеет. Ага, чувак сверху по мне стреляет. Сейчас я к нему заберусь. Опа! Так, нашел еще одного чувака. О, да! Осталось 5 ученых всего лишь. Эй, почему я так медленно поднимаюсь? Мне нужно подниматься быстрее. Это ты по мне, да, стрелял? Давай, попробуй еще по мне пострелять. Опа! Все, мы с вами вырубили этого чувака, который по мне стрелял. Больше ни у кого нет оружия. Тут кто-то спрятался у нас вот здесь, внизу. О май гад. Ну, сейчас я к вам пойду. Надеюсь, они не знают, что прямо сейчас я иду за ними по подземелью. Блин, как же это крипово на самом деле звучит. Опа! А, нет! Это ловушка! Так, я спавлю сверхновую. Я его подорвал. Так, бегу за ним. Опа! Я его поймал. Когда я убиваю ученых, я восстанавливаю себе жизни. Они даже ловушки здесь могут ставить. Так, два ученых всего осталось. Два ученых всего осталось. Один чувак находится где-то под землей. Ага, вот здесь. Прямо под этим домом. А, да, он под домом. Окей, что-то я как-то сразу до этого не догадался. Как он вообще там оказался? Вот он. А! Так, ударил. Бегу за ним. Еще раз ударил. Давай, 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 давай! Я догоню его! Догоню. А, промахнулся. Поднимаюсь на второй этаж. Тебе от меня не уйти! Я его съел. О, нет! Здесь мина. Только не это! Только не это! 30 секунд осталось. Оп, телепортируюсь в домик. Так, бегу за ним, бегу за ним. Опа, а я здесь! Ты не ожидал меня здесь увидеть? Ха-ха-ха-ха! Да ладно! Он последний остался! 20 секунд! Да! Победа! Я уничтожил абсолютно всех. Я съел 7 ученых. За 2 минуты управился. У меня там 20 секунд было в запасе. Но я больше не хочу быть сущностью. Я хочу быть тем, кто будет сражаться против нее. Пропуск супер-солдата. Звучит, как будто бы я новый супергерой Марвел. Все, я становлюсь супер-солдатом, ребята. Давайте мы с вами заходим в улучшение. Где пропуск супер-солдата? Это, по-моему, я. Нет. Ага, здесь какая-то ранговая система. Кстати, могу себе купить клевый костюм. Я хочу себе взять зеленый костюм. Я буду суперсолдатом в зеленом костюме. О, я его надел. Ух ты, чешуя дракона. Судя по всему, у меня сейчас будет очень много жизней. И мы с вами отправляемся на миссию. Так, у нас есть одна аптечка, несколько ловушек и фонарик. Мы с вами теперь знаем, что монстры нас видят, где мы прячемся. Поэтому я предлагаю держаться вместе со всеми. И теперь мы с вами действительно в The Backrooms. Так, это что такое? Это какая-то новая ловушка? Да, это новая ловушка. Ранг повышен. Так, хорошо. Давайте мы с вами... Я провалился в какой-то секретный проход. Что это за радиоактивные значки? А, это ученые другие. Хорошо. Так, я собрал две какие-то штуковины. Ага, это элементы, которые мы с вами собираем и зарабатываем себе опыт. Здорово, чуваки. Чё как? Давайте мы с вами дождемся, когда монстр выйдет на нас, и мы с вами... Ух ты, блин. Капец, вот это дырень. Если я туда упаду, то я опять телепортируюсь. Нет, а телепортироваться нам не нужно. Хотя это хорошие способы, чтобы спрятаться от монстра. Блин, если бы я знал, где он... Я ставлю здесь еще одну ловушку. Давайте мы с вами его приманим к ловушке и уничтожим его таким образом. Давай, иди сюда. Монстрик, ты где? Он выключил свет. Он побежал к ловушкам. Они сейчас работают. Да ладно. Он где-то здесь, внизу. Он, походу, телепортировался. Ай-яй-яй-яй-яй. Свет включен. Надеюсь, он нас не обошел. У меня есть еще эти штуковины. Может быть, мне их поставить? Ух ты, это что за лампа такая? Как она вообще работает? А, это подсвечивать, когда свет выключается. Это была просто лампа, которую я потратил. Так, еще ловушки. Крутяк. Это очень хорошо. Много ловушек, это очень хорошо. Слышу электричество. Миссия выполнена. Что, они уничтожили монстра?
сущность ликвидирована. Как? Эх, блинский. Как вы плохо играете за монстров. Ладно, я хочу сыграть на другой карте, но как мне стать суперсолдатом? Плюс 50% жизни, гравити-мина, электрическая мина и хелф-пак. А, так вот что значит суперсолдат. Я думал, мне дадут оружие какое-то, пулялку. Нет, ребята. Я всего лишь могу ставить мины. Вот это я крепыш, я похож на Халка. Надеюсь, мы с вами появимся на улице, потому что я там знаю пару нычек, где мы можем с вами хорошо спрятаться. Это 100% в подземелье, там поставить несколько ловушек, и таким образом мы с вами быстро уничтожим сущность. Итак, мы будем на улице? Нет, мы в офисе. Это новая SCP-карта, это прям реально офис. Может быть, вот так выглядели офисы до того, как они стали желтыми? Это небоскребы, это просто обычная улица. Вот что, ставлю мину. Ой-ой-ой, меня откинули. Ух ты, нифига себе он там ворвался. Здесь что-то вообще происходит не очень хорошее. Я слышу только крики. Халфкит, ловушка, она сработала, давай, вставай. Так, я убегаю, я убегаю. Иди сюда, я здесь. Он меня через стекло атакует. Он поставил сверхновую. Блинский. Ребята, я передумал с ним сражаться. Мне это совершенно не нравится. Я лучше уйду куда-нибудь подальше. С этим монстром нам не справиться, ребята. Миссия провалена. Блин, поставил ловушку. Ух ты. Я включил электрическую ловушку. Я сваливаю. Давайте сюда поднимемся. Уходим. Уходи, глупец. Глупцы. О, нет. Он идет сюда, да? Он так неожиданно выбежал, ух ты, блин. Нифига себе, это что за Халк? Я хочу себе такой же костюм. Ладно, миссия была провалена. Я чувствую себя неудачным ученым. Ребята, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте свой лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос. Помогите.